Добренько. Всем добренько. Хера себе там, блин, этих тварей. По одной-то убить можно. По две. Ну вас нахер, блин. Так, это что? Ворота тут вон есть какие-то. Уж не знаю, что эти ворота открывают. Ну что-то видно открывают. Короче, я вспомнил. Я когда искал, как нафармить душ, я нашел этот лес, типа там был смысл фарма в том, что ты бегаешь по лесу, собираешь всех этих мужиков. Потом встаешь где-то возле обрыва, и они все падают в обрыв. И тем самым ты за проход забираешь кучу душ. Но я уже хотел этим способом воспользоваться, но потом я нашел гораздо более приятный способ и решил этим не пользоваться. А где босс-то самое интересное, что? То я не вижу никаких боссов. Где тут босс-то? Корена, если тут мечи, ё-моё. Вот это да. Вот это мечи. О, какой волк, смотри, чё. Ты посмотри, какой волк, дядя. Дядя, хорош. Ты смотри, какой. Это волк. Это волк. Хуя себе, блядь, его хуй убьёшь, этого волка. Ёбаный рот, блядь, он дамажить перестанет когда-нибудь вообще? Сука, у меня эсту, блядь, даже не применить. Блять, удары надо с него. Да это надо перед ним какой-то шорткат открыть, чтобы к нему возвращаться, блядь. Ни хрена себе там к нему идти далеко. Мне кажется, это не обязательный босс. Мне он кажется нахрен не нужен. Нахер нужен этот волк? Не обязательно босс. Добренько. Гербоди дунь, эсти гомо. Эсти гомо, гербоди дунь.